Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Снэп от Marvel. Так, что у нас тут в магазине? Бесплатно что-нибудь дадут? Ну-ка посмотрим. Ага, мы можем... Так. Купим циклопа. Новая рамка. Замечательно. Такс. Давай теперь тогда возьмем еще сразу же шокеры. Но шокер стоит 150. О, он становится у нас трехмерным. Вау. Я взорву тебя. Опа, таинственная карта. White Queen, белая королева. Так, при раскрытии вытаскивает копию карты с самой высокой текущей стоимостью из руки. Вот это вот, ребят, надо обязательно взять себе. Помнишь, как-то у нас был поединочек, и она вытянула на наш стол карту из моей руки, очень такую дорогую. По-моему, это был даже Халк. Смотри, трехмерный у нас человек-муравей стал. Так, 5 бустеров. Шикарно. Ну что, давай. Так, секунду. Тут что-то можно было взять, но почему-то пока еще нельзя. Так, лунный Новый год. Получить все, 150 кредитов. Замечательно, спасибо. Та-да-да, Джубили. Ага, бесплатно, еще 50 кредитов. Капитан Америка. Да, было бы, конечно, прикольно его получить, но пока никак. Я вот думаю, чтобы мне колоду надо, наверное, все-таки поменять. Что скажешь? А даже я бы сказал не колоду, а просто кое-кого заменить. Вот в этой вот колоде я, наверное, поменяю. Блин, кого бы тут поменять-то? Может быть, убрать Колоссуса? Давай уберем Колоссуса и добавим... Блин, у нас тут еще и Арон Харт есть. Добавляем, короче. Так. Подожди. Кого ты убрал там у меня? Блин, нажал нечаянно. Циклопа, что ли, убрал он? Давай вот так вот, наверное, сделаем. Дорого стоит, конечно. А, у нас еще Один же есть. Так, если вы не разыгрываете здесь карту, на следующем ходу плюс 4 к силе получает. Дорого, конечно, Один стоит. Мне кажется, я сейчас проиграю. Слишком дорогущая у меня колода получается. Слишком, ребят. Максимус. Очень-очень дорогущая у меня выходит колода. Карта здесь получает минус 3 к силе. А он ставит сюда, да? Так, кладет здесь по одной карте из... О! Так, значит, да? Может быть, повысим? Домино. Так. Вы всегда берете эту карту на втором ходу, не раньше. Так, карта с базовой стоимостью стоит на один меньше. Давай так попробуем сделать. Это он повысил ставку, да? Так, по-моему, это он, ребят, повысил ставку. Ну, посмотрим.
У меня дальше либо Халк. Ой-ой-ой, объединяется со случайной дружественной картой на этой локации. Семь. Ну что же, давай тогда вызовем Халка, наверное. Удваивает. 14, да? Так, а у нас 18. Ну и так, наверное, сделаем. Опа. Гамору достали. Фига себе, 8 максималка. Я выиграл. 8. Ребята, как вам такой расклад? Вау. Так, мы можем улучшить спектрум. Давай-ка. Новая рамка. Новая рамка. Опа. Таинственная карта. Дьявольский динозавр. Так, постоянно плюс 2 к силе за каждую карту в вашей руке. Фига себе. Фига себе, я тебе скажу. Это что-то новенькое. Угу. Блин, как бы столько много карт, я даже не знаю, ребят, как мне быть. Как мне его взять, что ли, или не взять. Так, ладно, давай, наверное, посмотрим, что мы можем заменить. А что Эрнхард делает у нас? Так, дай другим дружественным картам плюс 3 штуки, 2 к силе. Блин, он 5 стоит. Ну, с Одином очень хорошо получилось, когда Одина вызвали. Да, тут не поспоришь. Спектрум еще тут у нас. Даже не знаю, что и сделать. Наверное, пока оставлю как есть. Давай попробуем еще сыграть партийку. Юсилайга какая-то, Юсилайга. Так, что там у нас? После каждого хода все карты здесь теряют одну единицу силы. Ну, мне, как ты видишь, даже поставить некого. Пускай теряет силу. Мне он как бы здесь и не нужен. Я лучше вот сюда. На пятом ходу карты стоят на один больше. Давай так вот сделаем. Мистер, кто там? Синистер? Блин, дубликат делает, прикинь. Это вообще по нолям. Первый игрок, который заполнит локацию, вытянет карту с базовой стоимостью 6. И стоимость станет равна 0. Нолю. Первый, кто забьет, это то есть 4 карты, да? Повышать ставку будем? Нет. Кто там у него? Офигеть, у него Капитан Америка. Другие ваши карты в этой локации плюс 1 к силе. Зашибись. 3-3. Итого у него 9 уже, да? Так, что ты мне делаешь? Ага. Сейчас посмотрим. Кого мы вытянем? Вот, значит, кто у него здесь, да? Блин, на пятом ходу карта стоит дороже. Давай так попробуем.
Медуза. Так, ну здесь я переплевываю, получается, его. И сделаем, наверное, вот так. Надо было повысить. Блин, я проиграл, да? А, выиграл? А почему? А почему я здесь выиграл, друзья? Я что-то не могу понять. По суммарности, ну, у него 24, а у меня 30. Может быть, из-за этого? Блин, надо было ставку повышать. Ну что, повышаем нашего мерзость. Трехмерным становится. Блин, трехмерный — это, конечно, кайфово он смотрится. 3G. Опа, 25 кредитов. Блин, может быть, все-таки этого динозавра поставить, а? Забрали здесь. Хочется, конечно, поюзать его. Или же создать что-нибудь новенькое. Давай попробуем. Поставить обычный тех. Так, соседний локаций получает плюс 2 к силе. Сразу пошел с козырей. Так, с... блин, подожди. Так, возьмем, наверное, этого. Добавим. Его. И, наверное, вот так вот. Ух, друзья, не знаю, что получится у нас. Ага. 200 кредитов плюс Гамура у нас, ё-моё. Если противник разыграл карту здесь, на этом ходу плюс 5 к силе. Твою налево, блин, Гамура, ну как ты? Ну чё, придется тогда Гамуру брать нам, наверное, еще в колоду. Блин, вместо кого? Вместо тебя, наверное. Дорого, конечно, колоды у меня будут стоить. Ой, как дорого, ребята. Грейсон. Вот тебе и результат. На этом ходу все карты раскрываются. Лемурия. У меня нету ни двойки, ни единички. Пока, видишь. Минималка, пятый ход. Минималка, ребят. Что здесь? Карт стоит на одну меньше. Не могу ничего позволить себе. А он уже пошел. Бишоп. Когда вы разыгрываете карту, получаете один к силе. После каждого хода все карты здесь получают плюс один к силе. Поехали. Наверное, поставим. Так, берет медузу и колосса. Опа, Одина вытащили мы у него. Или Гамуру лучше поставить. Или этого. Посмотрим.
Две карты, да? Так. Пунишер. Кто? Он повысил, да? Ну давай сделаем так. Копию, да, сделал. Только сюда. Да, только сюда сможет. Так, ну здесь я его переплевываю. Теперь давай здесь посмотреть. Так. И вот так. Сейчас глянем, что у него там за карты. Один. Так, 21 у нас. Все, ребят, выиграли. Ему не помогло вот это вот прокачивание, что там хотел сделать. Хе-хе-хе. Сосунок. Халка мы можем. Трехмерным, что ли, будет? Да. Да, ребята, трехмерный Халк. Ух, рванина ты. Моя ненаглядная. Так, таинственная карта. И что это? Ох ты. Убирает постоянные способности всех карт на этой локации. Убирает постоянные способности всех карт на этой локации. Понять бы еще, как это, ну, что он имеется в виду, убирает. Опа, накопили. Еще 200 кредитов. 15 золота. Нормально. Блин, ну эту карту нужно юзать для того, чтобы, еще, ребята, я вам говорю, еще, чтобы понять, что к чему и почему, нужно юзать эти карты. Блин, мне убрать-то некого. Айронмена убирать не хочу. Но надо смотреть, надо. Убирает постоянные способности. То есть, я так понимаю, это, наверное, вот типа улучшений, вот что-то в этом роде. Ну вот вместо кого поставить, я прям не знаю. Может быть, вместо Сентинеля? Но Сентинель очень хорошо нам добавлял. У нас постоянно была бы в доборе карта. А для дракона, ой, для динозавра как раз это было бы хорошо. Так, ну что, у меня только на втором ходу есть действие. Оба игрока вытягивают карты из колоды противника. Офигеть. Офигеть, он у меня вытянул. Наверное, да, сейчас? У меня такая хорошая коллекция, блин. После четвертого хода нельзя больше разыгрывать карты здесь. Домино я вытянул. Поставит кого-нибудь сюда, тогда он мне станет 5. Обломались. Никого он не стал разыгрывать. Это что такое? А у домино-то что за способность? Вы всегда берете эту карту на втором ходу, не раньше. А че, почему это у него... А почему у него камни разбились, а у меня нет? Эта локация заполняется, пропустите ход, чтобы уничтожить... Это че еще? Это меня не интересует, если честно.
Блин, ну белка-то нафиг мне это... Ой-ой-ой-ой-ой. Да. С валунами я, конечно, вообще оплошал. Ну что это? Ну, не прочитал нифига, блин, что нужно было ход пропустить. А, вот, только сейчас. Да я тут проиграл, друзья. Да, сам виноват. Не прочитал нифига, и вот тебе результат. Играем. Играем дальше. Брэди. Так, карта здесь получает один к силе. Сто к силе тому, кто здесь, кто имеет здесь больше карт. Сто к силе? А как ты здесь будешь иметь больше карт? Лизард. Мы опять как эти. После пятого хода все карты здесь случайным образом перемещаются в другие локации. Понял? Я не могу ничего сделать. Давай сделаем вот так вот. Угу. Давай вот так вот сделаем теперь. Прикинь, сейчас умножим. 216 получим силы. А он решил там, да, усилиться. Нет, 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 нет. Я думаю, что у тебя не получится, парень, меня тут. Блейд. Сбрасывает карту с вашей руки. Зашибись. Кого он сбросит? 28-240. По-моему, я выиграл. Надо было повышать ставку, ребят. 240 силы, конечно. Какой там ему со мной тягаться-то? Сосунок. Да ладно, опять гамора. А, улучшается гаморышка. Ух, красавица-то моя. Новую рамку. А что за рамка? Я не вижу, чтобы какая-то рамка поменялась. Так, 5 бустеров. Ну что, двигаемся дальше? Двигаемся дальше тогда. Сейчас заберу награду только здесь. Упс. Ой, подожди, вот. Угу. Мы уже получили 15 уровень. То есть... Новый аватар. Оу, прикольно. Слушай, я таким макаром, скорее всего, голубого Марвела получу. Голубого Марвела. Ну ты понял. Голубого Марвела. Слушай, очень даже неплохо. Ну вот, конечно, эта колода, ну как тебе сказать, она прекрасна, но... Очень дорогая. Слушай, а как у него таких две было карты? Я что-то не понял. Ведь тут же по одной карте только можно. Так. А действительно, как он сделал? Блин, может быть, нам убрать чудище вот это вот. И вместо него поставить, ну, хотя бы колосса. Не, вот этого вот.
Потому что, ну, у нас нету как бы... Очень редко, чтобы выпало две слабые карты. А без них я никак, ребят, не могу бустануться. Фух, давай смотреть, что здесь. Карты здесь получают один ксиль. Вот это хорошая. Но мне, блин, поставить некого, твою налево. Соколиный глаз. Вот смотри, соколиный глаз. У него сразу, ребята, идет... Так, если вы разыгрываете карту здесь, на следующем ходу плюс 2 ксиль. Видишь, что он получает? Он будет разыгрывать? Наверняка будет, поэтому ставим сюда карту. Да и твою дивизию, блин! Не стал разыгрывать он. Что там у нас? Добавляет по случайной карте в руку каждому игроку. Блин, ну добавил он мне, конечно. Такс, усиливается, усиливается, ребята. Ее сила удваивается, да? Так, сбрасывает карту с наибольшей текущей стоимостью с вашей руки. То есть кого он, Халка мне сбросит? Давай так попробуем сделать. Казар. Казар плюс Халк, да? Блин, маловато, маловато. Он повышает. Или я повышу, фиг с ним. Фантастическая четверка. Хватит? Нет, ему не хватило, ребята. Выиграл. Или подожди. А, ну да, выиграл. 15, 123. Ему не хватило, у него 20. Да, на 3 очка он проиграл. Блин, я только хотел повысить ставку твою налево, и не вышло. Давай, королева. С удовольствием тебя прокачаю. Так, 5 бустеров заберем, конечно же. 5 бустеров — это хорошо. Ну что, двигаемся дальше. Выиграйте матч. Подожди, а где награда-то? Нету награды. Ну что, поехали? Слушай, не знаю, ребята, как вам. Кто-то там написал: мне игра не понравилась, Marvel Strike Force лучше. Мне понравилось. Мне понравилось. Так, если вы разыгрываете здесь карту, добавляйте себе в руку ее копию. Зашибись. А у меня 5, 5, 5, 5. Все пятерки. Нормально. Карты здесь получают плюс 1 к силе. Да не могу я никого поставить. Блин, надо, ребят, что-то менять. Кто? Мантис? Вытягивайте карту из колоды противника, если тот разыграл здесь... Так, вытяните карту из колоды противника, если тот разыграл здесь карту на этом ходу. Я ничего разыгрывать не собираюсь. Хе-хе, минус к силе получил. Так вот я сделаю. Домино. А мы убираем у нее эти? Так вот мы сделаем. Я думаю, ему понравится. Ага. Ха-ха-ха.
посмотрим. Вот что он творит, чудит. Так, он повышает ставку. Мы выиграли. Ха-ха! Ставочки-то свои повышает. Лопушок. Ну, лорд, пора тебе прокачаться на трехмерного. 3D. Есть, тестная карта. Moon Girl. Так, дублирует вашу руку. Вау. То есть, если у меня в руке 5 карт, она еще 5 карт мне делает. Так, подожди, я не верю. Я не верю, что такое вообще возможно. Я тогда эту девочку просто возьму себе. Так, Moon Girl. Надо все-таки кого-то убирать, ребят. Кого-то надо все-таки убирать. Вот это, наверное, я уберу. Я так и не понял ее смысла, честно говоря. А вот Moon Girl добавим. Если она дублирует мою руку, я надеюсь, она мне дублирует, а не врагу. Колин. Так, второй ход есть. Добавляет по случайной карте. Ух ты. А это кто такой? Копирует все разыгранные противником на этом ходу карты на вашу сторону. Фига себе. Кравлер, да? Сбрасывайте. Ага, я понял, что у него было. Блин, а если он не будет разыгрывать? Ладно, посмотрим. Ага, улучшаемся на пятерочку. Что тут у нас? После четвертого хода все карты перемещаются на одну из локаций вправо. Не знаю. Мне поставить некого. Ребят, дорогие карты. 4, 6, 5, 6, 5. Он повышение сделал. Он сделал повышение, ребят. Ага, вот так вот. А почему здесь у него 2-то осталось? Эй! Я не понял, друзья, почему здесь у него 2-то? Вот здесь вот 2 силы осталось. Ёп, просто у него еще и Доктор Дум был. Тринадцать, да? Это последний ход, что ли, получается у нас? Но... Мамор. А, Намор. 12-й, я выиграл. Оу! А, подожди. А почему, друзья, тогда я проиграл? Если... Подожди, 25-35. Так а почему? Такая музыка печальная. А почему проиграл? Вот здесь, ребят, я не понял, честно говоря. Но даже если брать по две полоски... Ну-ка давай еще разок попробуем.
Нет, я... Единственное, что вот я не понял, почему на той локации, вот когда карта сдвинулась, почему у него осталось там силы 2? Он еще удвоил. Видимо, я что-то неправильно понял. Так, на четвертом ходу превращается в новую локацию. Так, человек-муравей. Ага. Ну, она пропускать ход сейчас будет. Плюс 5 сил, у кого здесь только одна карта. Угу. Я пропустил ход, чтобы разбить камни эти. Да и не только камни, мне и ставить некого, ребят. Не, надо менять колоду, потому что, ну, куда? Так, ракета плюс колосс. Чего там на пятом ходу все карты должны быть раз... Это как понять? Но пока у него здесь 7 силы. Так. Если противник разыграл здесь, на этом плюс 2 к силе. Так я же не разыгрывал здесь карту-то. Вот в чем вся суть-то. Он пошел повышать. Угу. Последний ход. Всего одна карта здесь, да? Да ё-моё! Ну сейчас-то выиграли же. Да. Фью. Блин, надо было повышать ставку. Опять ты? А, улучшаешься. Я ее даже разыграть не могу, блин, эту Moon Girl. Вот в чем беда-то вся. Блин, может быть действительно поменять, а? Ну, слишком мощная, ребят, колода. Ну, прям вообще. Я в плане того, что очень много дорогих карт. И как бы, блин. Одина, может быть, убрать. Активируй способности при раскрытии других ваших карт в этой локации. Блин, он хорош. Кстати, его можно повысить. Фреймбрейк. Ну, если я уберу, кого я поставлю с него? Наверное, спектрум я уберу. Спектрум я уберу. А вот что это делает? Так, дает другим дружественным картам 3 штуки плюс 2 к силе. Ну, в принципе, как бы неплохо, да? Если у вас есть другие карты, 3 штуки здесь. Так, плюс 3 к силе. Эту карту можно переместить. А что у нас делает циклоп? Я взорву тебя. Просто ничего, да? Просто карты. Без всяких там способностей. Если вы не разыгрываете здесь карту, в следующем ходу плюс 4 к силе. Обалденно поменял. Офигенно поменял. Кокол.
Так, подтасовывают скалы 5 в каждую колоду. Замечательно. Карта здесь получает один, минус 1 к силе. Дубль. Лорд хорош, конечно. Здесь нельзя уничтожить карты. Угу. Ничего я поставить не могу пока. Он камни сбрасывает. Я тоже сброшу, наверное, камень. Три, два, один, да? Задумался. Такс, подожди. Халка нету, мне жаль, Халка нету. Так. Объединился. Я выиграл, да? Или нет? Победа. Вот смотри, почему? А, ну все, понял я. У него получается 15-25, а у нас 26. Я на 1 балл, ребята, выиграл. На 1 балл всего лишь. Да ладно. О, новая рамка, друзья мои. На 1 балл. Крупно просто повезло. Так, что за карта? Ух ты, натиск. Так, удваивает ваши другие постоянные эффекты на этой локации. Натиск. Я такого и знать-то не знал. Натиск какой-то. Блин. Че, еще одну колоду, что ли, составлять? Так, а у медузы что? Если эта карта находится на средней локации, плюс 2 к силе. Натиск. Это Гамору и... Так и не опробовал, даже ее не увидел. Ее способности. Так же, как и Мунгерл. Угу. Ну, давай добавим. И последний, легкий какой-то, легкий. Ну что, попробуем? Блин, вот дурак, я колоду не поменял. Это... Или поменял? Нет, укажи украсть. Так, только одна карта. Посмотрим.
Электро. Так, уничтожает случайно вражескую карту с базовой стоимостью 1 на этой локации. Пропускаем ход. А почему я не могу белую королеву поставить вот сюда? Казар. Ага, железный человек у него. Не, серьезно, а почему я не могу сюда никого поставить? Здесь нельзя разыгрывать карты, которые стоят... А, 4, 5 или 6, ё-моё, блин, вот, Рэй, читай, блин, эти. Здесь может быть только одна карта, да? Грут. Я выиграть должен, по идее, да? Да. Халк, конечно, молодец, красавчик, вытянул здесь. Очень мне помог. Че, трехмерным, что ли, становится? Нет, нельзя, ребят, пока. Угу. Ну что, еще партийку? Еще партиечку. Еще немножечко. Ксавьер. Ксавьер. Ну что же. Так, плюс одна энергия на каждом ходу, если у вас здесь нет карт. Сверхпоток. Опа. Карты стоят на один меньше. Да, друзья мои, дублирует. Прикинь. Дублирует. И очень даже хорошо дублирует. Вытаскивает копию карты, да? Пока ничего не буду делать. Угу. Все, теперь я понял, почему там у него было два. Ух. Так, если мы умножим, это у нас будет сколько? 34, да? А, повысить надо было.
Но белочку ты сюда скинешь. Вот так вот, да? Последний ход. Посмотрим, друзья мои. Сейчас сработают все эти способности. Дубль должен быть, тигр. Вот ты чё. Забыл опять повысить. Шикарно. Один он поставил, ага. Один это он поставил, но он лопухнулся. У него слишком маленькие, слабенькие карты были. Поэтому я его тут, как говорится, и выиграл. Ну что, дорогие друзья, на сегодня, пожалуй-ка, мы закончим. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.